Добрый день. Меня зовут Аня Алексеева Месснер. Я живу в Москве и хочу отсюда передать привет всем участникам конкурса. Также я мечтаю выразить свою бесконечную благодарность организаторам конкурса, инициаторам и, конечно же, высокоуважаемым членам жюри. Я очень рада возможности поучаствовать в таком конкурсе. Конечно, это новый формат, но учитывая нынешнее непростое, как говорится, время, я думаю, что этот конкурс в помощь всем нам, юным и не только музыкантам, я думаю, что это возможность почувствовать себя в деле, почувствовать себя нужными и замотивированными. И мне было очень тепло играть, зная, что это услышит кто-нибудь по ту сторону экрана. Я думаю, что, конечно, этот конкурс для нас и отвлекающий фактор в непростое время, и также вдохновляющий. Но, конечно, остается еще много пауз в связи с нынешними обстоятельствами, чтобы задуматься о смыслах, о том, чем мы занимаемся, кому это нужно, зачем, для чего мы делаем то, что мы делаем. Что я могу сказать? Я занимаюсь музыкой с 5 лет, и я думаю, что для меня классическая музыка — это некая стихия. Это та стихия, в которую кто-то стремится погрузиться, кто-то в нее ныряет, кто-то пытается ее познать, но в любом случае она бесконечная и неизведанная. И я думаю, что именно она способна подарить нам счастье во все тяжелые времена жизни, потому что это такое нечто, в котором можно найти все. Можно найти те чувства, которых нам не хватает в данный момент. Мы можем в ней найти и счастье, и долю мудрости, и ту самую красоту, которая спасет мир. Я желаю всем быть счастливыми, верить в то, что все то, что сейчас происходит, скоро закончится. Мы все выйдем на улицу, мы все окажемся на эстраде, артисты приобретут публику, а публика приобретет артистов. Надеяться на то, что светлое будущее будет в обозримом будущем. И также любить свое дело, любить музыку. Спасибо, всего доброго.
Thank you.